Всем привет, ребята, всем привет, с вами Фоксик Плывай, и у нас рубрика «Готовим вместе с Баськом». Сегодня я вам покажу, как приготовить хлеб в Майнкрафте. Это очень полезный лайфхак, и я вам сейчас покажу, как приготовить хлеб в Майнкрафте. Хлеб в Майнкрафте готовится очень просто. Смотрите, нам нужен всего лишь верстак, нужна пшеница, мы вот так вот раскладываем, и у нас получается хлеб. Хлеб в Майнкрафте. Все, ребята, это очень полезный лайфхак, как приготовить хлеб в Майнкрафте. В Майнкрафте очень быстро. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Легко и просто. Готовим вместе с Васьком. Хлеб в Майнкрафте. Все. Всем удачи и всем пока. Если вам понравился ролик, то ставьте лайки. И будет больше подобных роликов. Я покажу вам, как еще что-то готовить в Майнкрафте. Все, всем удачи и всем пока.